بقيادة الحكم الدولي الإيراني موعود بونياديفار الذي يدير هذه المواجهة على أمل إن شاء الله التوفيق بالنسبة. Это первая осмысленная позиционная атака, и та не увенчалась успехом, да, был потерян мяч, и сборная наша идет вперед, играет сборная Кыргызстана в белой форме. Гульджигит Алыкулов пробует пробить, но Ахмет Алькаби, демек, топты чыгарды, Ержан Токотаев. Топты кайтарган, соку бигрек. Понимать, через какую болевую точку мы будем давить дальше, где у них проблемы. Но, на мой взгляд, Гульджигит Алыкулов очень хорошо вошел в игру. Вот подача! Момент какой! Великолепный! Время быстро закончится, потому как мало основ в игре. Вот такие ошибки нам надо делать как можно меньше. На это надо обратить внимание. Вот очень опасно! Токотаев и вместе защитников, так кто Кайрадзе, Владикулу, отводят угрозу от наших ворот. Подряд второй эпизод. Очень сложно нам защищаться, если будут такие моменты. Ну, а я бы хотел сказать, что партнером трансляции является букмекерская компания 1xbet. 1xbet Sport. Пока Оман приспосабливался, мы имели преимущество какое-то. Затем, когда это произошло, я имею в виду то, что команда соперника приспособилась к нашей игре, мы стали гораздо меньше иметь моментов. Но вот сейчас, может быть, удастся что-нибудь получить на левом фланге. Гульджигит Алыкулов в который раз пытается обыграть в одиночку, но это его амплуа, да, игрок фланга должен обыгрывать один в один, создавать напряжение, продвигаться ближе к штрафной. Это делать умеет, Гульджигит любит. Очень часто смещается в центр, порой и не смещается в какую-то другую сторону. И всегда для его оппонентов это загадка, да, в какую сторону будет направляться Гульджигит Алыкулов. Ну а сейчас прозвучал свисток. Первый тайм, дорогие друзья, позади. 0-0 в этом непростом для нас матче. Но он полон надежд. Игра вселяет надежду. Мы надеемся, что после перерыва наша команда добьется успеха. Всего 15 минут, дорогие друзья, перерыв, и затем мы продолжим. Икинчи таймды. Башто алдында турат. Ак кийимчендер Кыргызстан алеми кызыл кийимдер. Коноктор. Биринчи тайм 0-0 эсебинде соңуна чыккан болчу. Андыктан экинчи тайм. Эми экинчи таймга дал ушул тапшырманы калтырышкан Штефан Тарковичтин шакирттери команданын пайдасына. Демек, айыптоон чечип берди. Стандарттык абал Алимардон Шүкүров на бардык оюнчуларын жайгашкан бир сыйра. Байкап чыкты дагы айпанттын ичине алыс курушка чыкты отат. Жана сокку гол! Гол, 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 гол! Абдулжан Абдрахманов! Замечательный гол забивает наша команда! Абдулжан Абдрахманов! 1-0! Ну, наконец-то! Разродилась наша команда забитым голом. Самое нужное время нашим игрокам. Повезло, удачно сложились обстоятельства. Воспользовались они ошибкой команды соперника. Давайте посмотрим еще раз. Подача со штрафного. Мяч вроде бы отбили, но ровно на ногу Адылджану, который положил корпус влево, ударил. Так классно, что вратарь команды сборной Омана уже не смог никак среагировать на него. Уже просто провожал взглядом этот мяч. Нурту Жулдон, Адылжан Абдрахманов на Кайтар Гетти. Чындыгында бүгүн ал өтө сапаттуу оюнду жүргүзүп атат. Бүгүн азыр колтап ал жара алышыктымал. Бирок соку жана сейф. Фархат Мусабековту айтсак болот. Буга чейинки стандарттык абалда ийгилик жаралган болчу. Бул рет андай абал ишке ашпаса дагы эң башкысы топ биздин оюнчуларда. Гүлжигит Алыкулов эки ойлоп карап атышат жана андан топту алганы менен, бирок Алимардан Шүкүров кайрадан өз ордунда. Алимардон кайрадан Гүлжигитке топ жетти. Гүлжигит Алыкулов азырынча ага каршы бир оюнчу андан өттү жана кезектеги буруштан чыгаруу ишке ашат. Мына Кыргызстан курама командасы дал ушундай дымакты көрсөтүш керек. Атаандашын жармаянтына барып көчүп конуп ошол жерге жайгашып алып туруп
эми алардын катачылып кетиргенине аргасыз кылса болот. Буга чейинки азыр бул эпизодду алга чыгарып алалы. Бурчтан чыгаруу дал ушул эпизоддон кийин орун алган болчу. Кайрадан биз кезектеги стандартты кабалга болобуз. Кайрадан Фаркат Мусабеков жакынкы бурчка 11 метрлик чекитке. Кайрат Жыргалбек уулу топту алды. Кайрат жүрүштүрүп бара жатат. Кайрат Атанаров Фаркат Мусабековго сол канатта күнжүгүт ачып, бирок ал бул жерде Кайратка берди. Кайрат сокко жетти жана тепти. Бирок играет за рубежом и в данном... Ой, здесь какой момент сейчас у нас! Ни в коем случае нельзя пропускать. Что творится сейчас в обороне у нас? Ну, давайте понаблюдаем. Здесь получил мяч за спиной защитников игрок Амана. И второй удар уже от другого игрока. И нам повезло в очередной раз. Посмотрите, вот здесь потерял из виду мяч Токотаев. Но добавить игрок Амана смог только в сторону от ворот. Болельщики благодарят его за игру. Угловой справа. Это может быть опасно. Обычно там подает 14 номер, но сейчас вновь десяточка сборной Амана у мяча. Подача. Надо отбиваться. Подбирает мячи. И можно убежать. Хожу-Джиэль один на один с защитником. Сзади догоняет его другой. Будет бить. Удар. Прямо во вратаря. Сколько же будет добавлено? Пока еще не ясно. Подача. Все, внимание. Нельзя пропускать. Дважды одни и те же повторять ошибки. Нельзя нам. Удар. В нашего. Это хорошо. Подача! Токотаев там выходит из ворот, но, по-моему, он не дотянулся до мяча. А мяч опять же сборная Ман. Ауга жүнүгүнгө аракет кылган болчу, бирок эртерээк кайрадан өзүнүн позициясын ээлешүүсү керек. Эң акыркы 4-чү жыйынтыктоочу минута орун алып атат. Айпаевдин ичинде топ жүктөлдү. Ух, бир сыйра. Демек накоопту учурган биз сиздер менен чогуу гол отурабыз. Бул жерде карасаңыздар 4 оюнчу жүрөт атаандаштар тараптан. Экинчи кабаттан топко жетти. Байкап көрсөңүздөр 2 оюнчу 3 атаандашка каршы туш келип калган болчу. Азыр болсо кайрадан Эржан Токотаев ордунан турду. Анын ден соолугу биз үчүн өтө маанилүү. Сары кагаз Эржан Токотаевке. Кошумча убакыт бүттү. Урматтуу калыңыз. Демек ышкырыкты жаңырта турган учурга келип калды деп айтсак болот. Буга чейин Темирлан Козбаев, ошондой эле Абдыжан Абдрахманов алган, Мирбек Акматалиев алган жана азыр Эржан Токотаев. Мейли сары кагаздардын саны көп болсо көп болсун, бирок эң башкысы жеңиш биз тарапта болсо ошол болгону. Жыйынтыктоочу бир чабылды. Ишке ашырабы деген чечим алды. Кышкырып жаңырды. Урматтуу көрөрмандар, ак шумкарлар, ошентип жеңишке ээ болду. Биз дүйнө чемпионатына кадамыбызды мындан ары ишенимдүү таштоону улантабыз. Ну что ж, дорогие друзья, прозвучал.